милого вендум. Мы просим и хотим мир. Сегодняшний день требует мир. Используем нашу внутреннюю энергию для достижения этой цели – Атма-Шакти. Это поручение Махатмы Ганди. Чтобы очистить мир, люди должны нести в сердце чувство умиления и дух объединения. Наш ум, который имеет множество мыслей и эмоций, должен быть дисциплинирован в направлении позитивных мыслей и формировании чувства добра. Нам надо убирать нашу глупость и бессмысленные страхи. Мы должны воспитать в себе ясный ум. Мы люди, которые несут не насилие, чтобы своими действиями позволить духу Махатмы Ганди достигнуть нирваны. Наша забота — это долги великой души, которые мы должны выполнить бесстрашно и вместе с Ганди подняться к свету свободы и мира. Этот танец исполняет Падма Рагини. Народный танец. Песня романтической любви молодой девушки. Молодая девушка намеревается провести свое свидание в кукурузном поле в лунную ночь. Девушку одолевают сомнения, придет ли он в условное время. Ожидаемый вечер быстро приходит, но его нет. «Смотри, я хожу одна по улице без тебя, и уличные мальчишки смеются надо мной. Смотри, я хожу одна, и мои подруги шутят и смеются надо мной», — говорит она. «Что же ты медлишь? Со свиданием, не забыл ли ты о нем?» Молодой человек сам полон смятения. Однажды в деревне он встретил свою любимую и оказал ей знаки внимания при своих друзьях. Она стала ругать его за этот поступок, окончательно смутив его разум. Обиженный, он пытается найти утешение в одиночестве и избежать встречи с ней. Она просит не обижаться и поскорее приходить на свидание на кукурузное поле при полной луне. Классический танец. Танец — динамическая медитация на лучших сторонах образа характера Рамы как образа совершенного человека, принесшего мир, сформированный на основе поэтических форм, высказанных великим мастером слова Тягаракша в 17 веке. Танец иллюстрирует слова поэтической молитвы, обращенной к великого Рамы, восхвалению качеств Рамы и указанию их места в нашем уме и сердце. Языком аллегорий и сравнений танцор проводит мост между состояниями ума и качеств души обычного человека и их отражение в образе совершенного человека — Рамы. За ним следует технический танец, посвященный Богу Вишну и его гармонии. Язык гармонии тела, образующий единый образ формы, движения и музыки, несет в себе чувство радости, красоты и удовлетворения, что само по себе достаточно. В этом и смысл танца. В танце используются специфические движения, отличающие технику кучи-пуди. Танец исполняют Падма Рагини, Марина Лошакова.